добавить информации о трассе. Сейчас просматриваю движение курсора по карте. И буду добавлять ту информацию, которую вижу на карте. Трасса Р-21 Кола, движение в сторону Мурманска. Мне важна ваша оценка, нужно ли добавлять вторую аудиодорожку с комментариями или оставить оригинальную. Так, впереди развязка на трассу на трассу 86К-323. Она ведет к железной дороге. Так, ладно, думаю, тут можно легко запутаться. Значит, с левой стороны железная дорога примерно в 2 километрах. И прямо за железной дорогой Кярг озеро, так называется. Кярг озеро. С левой стороны. С правой стороны по ходу движения Кяменицкое озеро, так называется. Каменицкое. За правильность произношения ответственности не беру. Ударение ставлю так. Наугад. На карте, к сожалению, не отражается лесной массив. Вот вдоль дороги есть деревья. На карте этого, к сожалению, нет. Но карта старенькая. Так, с левой стороны по ходу Урос озеро. Урос озеро. Ну, средних размеров. Федеральную трассу Р-21 от Урос озера будет отделять небольшой лесной массив, как я вижу на карте.
картинке смотрю развязки, на карте не вижу, что там на самом деле. Даже увеличивая масштаб. Не видно. Ну, состояние дороги сами можете оценить. И обочина приличная, и разметка, и состояние дорожного полотна. Достаточно много стоянок для короткого отдыха. На стоянках мусорные урны, туалеты, кое-где эстакады. Интенсивность движения невысокая. Ну вот начинается небольшой по карте лесной массив. Вот прям за этими деревьями, ну может быть метров 100, может быть 200, тут есть повороты для того, чтобы проехать озеро. А озеро называется Рокс озеро. Урос озеро. Урос озеро. Рокс — это, наверное, река. В общем, такая путаница в названиях. Тут я ничего поделать не могу. Вот я предлагаю вам обратить внимание на обочину. Вот на обочине видно сооружение из камней. Такие пирамидки, такие вот формы из трех, из четырех плоских камней. Что они обозначают, я не знаю. Я уже говорил, что пытался у местных жителей узнать, но, к сожалению, никто не смог дать мне вразумительной информации. Все делали удивленные глаза, где, что, как. Может быть, в интернете поищите, найдете, что могут означать они. Но они не только на они не только в Карелии. Вот я их наблюдал очень много по всей стране, и в Иркутской области, и в Башкирии. И в основном очень много видел на трассе Р-504 Колыма. В Якутии тоже очень много. И что интересно, если вот здесь они, скажем так, небольших размеров, то вот на трассе Колыма, просматривая видео, я там снимал на боковую камеру, размеры просто потрясающие. Каждый фрагмент, каждый элемент этой пирамидки в несколько сотен килограмм, если не больше. Ну, во-первых, там камни сами по себе тяжелые, не знаю почему. Вот. И, во-вторых, больших размеров поднять одному человеку — это невозможно. Ну, даже и группе людей, наверное, будет крайне тяжело их поднять, установить друг на друга, чтобы соблюдалось равновесие, баланс. В общем, на мой взгляд, это одна из загадок
разгадки, которую я не знаю. Сейчас с правой стороны по ходу движения, с левой стороны, вернее, сейчас будет мостик через реку Рокса. Подъезжаем ближе. Вот мостик через реку Рокса. Так, если будет... Так. Недалеко от с правой стороны стоянка, озеро Белое. На трассе. Надо будет уточнить. Место привала. Сейчас будет левый поворот, развязка на трассу 86К-309. Я не знаю, как их расшифровывать, что это означает. Но вот насколько мне позволяет карта, эта дорога ведет к железной дороге. Ну, там, по всей вероятности, станция. Вот он, левый поворот на трассу 86К-309. Громадные валуны, покрытые мхом. Загадочный край. Загадочные, таинственные, восхитительные. Все употреблено. Интересно, что означают эти пирамидки, которые собирают люди. Ну вот видно, правой стороны вот эти вот сооружения. Я с уважением отношусь к таким объектам. Это дело рук человека, значит, какой-то смысл в них есть. 88-89. На навигаторе тоже 88-89. Доверие, наверное, спидометром.
шум в салоне утих. Это по той причине, что полотно дороги изменилось. Или, может быть, я окно закрыл. Окно открываю периодически с той целью, что необходимо, во-первых, салон проветрить, во-вторых, нагреваются видеорегистраторы и могут уходить в аварийный режим. Кондиционер по каким-то причинам отказался работать. Федеральная трасса Кола, Р-21, движение в сторону Мурманска. Погода облачная, освещенность вполне приличная, картинка, на мой взгляд, симпатичная. Хуже, когда яркое солнце и в лицо. Плохо, когда пасмурная погода и идет дождь. Вот эти два главных врага хорошей съемки. Но здесь я бессилен что-либо сделать. Во время движения старался следить за экспозицией, чтобы картинка была более-менее светлая, приемлемая. Но не всегда это удавалось. Это недостаток видеорегистратора Trend Vision. Там можно регулировать экспозицию и визуально наблюдать, как меняется освещенность объекта. Автоматического режима нет. На видеорегистраторе DATACAM 6 MAX там можно и вручную регулировать экспозицию, то есть освещенность сделать светлее или темнее, или в автоматическом режиме. На DATACAM 6 MAX я снимал вид из бокового окна на привале, несколько раз проверял, мне очень понравилось. Видео, очень красивый пейзаж, вообще, и я решил снимать весь путь на несколько видеорегистраторов, но первый фронтальный, то, что вот сейчас идет съемка на Trend Vision, и два боковых, DATACAM 6 MAX и Silverstone. Ну, Silverstone очень простенький регистратор. Там нет функции антидрожания. Ну, то есть там дрожит камера, дрожит картинка. Но он безотказный. Работает, как говорится, не покладая рук. А вот эти регистраторы, Trend Vision и DATACAM, они чувствительны к температурному режиму. Поэтому за этим приходится постоянно следить, наблюдать. Впереди железнодорожный переезд. Так,
вот прозевал я прокомментировать. Был поворот, мы проехали правый поворот, как называется, но на карте тоже не указан, как называется эта дорога. Полотно дороги хорошее, отличное, и разметка, и обочина, и отбойники стоят, и указателями не перегружена трасса. Достаточно много стоянок для кратковременного отдыха. Вот еще и пирамидки, видите? Если кто знает, я бы был бы рад, если бы вы прокомментировали это, написали в комментариях, что это означает, какой смысл. И кто это делает? Ну, я думаю, это верующие люди, у которых своя вера. Ну, вот он переезд через железную дорогу. Так, и дальше у нас... Дальше у нас озеро, или это река, трудно сказать, Сегежа. Ударение ставьте сами. Сегежа. Я, кстати, остановился на ночевку в поселок городского типа Сегежа. Уже сейчас могу сказать, что ночь прошла спокойно, тихо, без шума, без каких-то факторов, которые бы разбудили меня. Комаров не было, то есть вполне комфортно. Площадка не заасфальтированная, но грунтовая, трава. Но, как я посмотрел, там довольно-таки часто люди останавливаются. Вот еще группа серии пирамид. Пожалуйста, череда, группа пирамидок, пирамид. Даже пирамидка не назовешь, целые пирамиды. Вообще крайне интересный вот эта часть, как Карелия. Очень интересное название озер, название населенных пунктов, рек и вот этими вот культовыми сооружениями на трассе. Например, кроме вот этих пирамид,
много достаточно, ну, я имею в виду всю Россию, мест, где деревья украшают ленточками, привязывают ленточки, оставляют что-то от себя. Ну, кто-то оставляет сигареты, кто-то монеты. Я даже встречал, что оставляли колесные диски, эти колпаки колесных дисков, вот. Детские игрушки, что-то из еды, там яблоки и так далее, очень много. Я, например, с уважением отношусь вот к таким местам. С уважением отношусь к вере людей. Так, что ж мы проехали? Мы проехали. Так, поворот. Куда был поворот этот? Ну, здесь тоже не указано на карте. Ну, к железной дороге. Там сеть. Так, этот участок дороги называется, который проехали. 86 К-318. Эта дорога, наверное, местного значения для озеро, Линдозеро, Линдозеро. Сейчас будет мост. И мы сможем увидеть водную гладь, водную поверхность. Как же? А нет, вот это и есть. Ну, это река, наверное, Сегежа, и она впадает в Линдозеро. Очень красивое место, очень. Для отдыха. Ну, просто потрясающие места, красивые. Впереди еще одна река, называется Пизига. Пизига, Пизига. Она тоже впадает. Так, до поворота 12 километров. Ну, сейчас с обоих сторон вроде бы деревья, лесной массив, на самом деле там все заболочено, пройти к берегу озера будет крайне сложно. Болотистое место. Перед поворотом припаркуюсь. Тут еще можно как-то машину, например, автомобиль оставить и по сухому подойти к озеру, а вот чуть дальше. Там уже будет проблематично это сделать. От трассы. Заодно. Вот они все эти сооружения. Где заправиться? Газпрома поблизости нету. А в Сегеже, то значит туда. Однозначно. Я буду размещать видео, но это будет гораздо позже. Бурятия, река Селенга. И там тоже есть вот культовые места.
Я там останавливался на Селенге, но это интересно, когда снял короткие видео. Карелию, туризм, научные изыскания, исследования этого края. Тут деревья вдоль трассы, вроде бы, кажется. На самом деле болотистая местность за деревьями, и она тянется и слева, и справа на большое расстояние. Напомню, что это трасса Кола R21, и приближаемся мосту через реку. Как Пизега. Приближаемся к реке Пизега. Пизега. Она впадает в Лендозеро. Ну так, я, наверное, заканчиваю. Это пробный вариант такой, если такой вариант вас устроит, что будет оригинальный комментарий. Ну и то, что я вот добавляю, глядя на карту, и стараюсь замолкать, когда идет разговор из салона автомобиля. Если не трудно, пишите свои пожелание, стоит ли это делать или нет. Если стоит, то каким образом? Оставлять обе аудиодорожки или какую-то из них удалять? Если какую, ну, подскажите. Желаю комфортного просмотра далее. Что за компания, заправка имеется в виду? Тело какое-то. Похоже на Газпром.
заправка. Посмотрим. Газпромнефть. Парковки. Стоянки.
автостоянки. Так, ничего интересного, что мне нужно было, здесь нет. Придется заправиться здесь. Не знаю, как заехать сюда, блин. Другого варианта нет.
ладно, в Сегежу заедем, там охраняемая стоянка недалеко Роснефти. 9 километров. Газпромовских заправок я не нашел. Показывает в этом Петербург ехать. Сегежу видели? Сегежу? Например, нет. Thank you.
доброго пути. Сибежа. Сережа. Сюда, сюда. На ночевку где можно встать? На ночевку. Чтобы этот ночью никто не шумел, не будил, не шумел. Не будет ничего. Вот здесь, да, вот? Нет, вот там вот, 44-45. А там цифры есть? Угу. Только уехали сейчас в Питер, туда поставили. Ага. Они сюда освободили. Thank you.
вот так вот. Сейчас спрошу про комаров, всю фигню, а потом поделюсь с вами.